Ильич. Воскресным днем, спасибо. Рад вас слышать и видеть. Ну что там, ответы какие из этого, как вы собираетесь? Пока ответов никаких нету, просто переписка идет. Ну вот, да, это получается практически как пророк Иона к Ниневии, в Ниневию. Вот, помоги Господи, конечно. Конечно, страшно мне за вас, то есть в том смысле, что как мы еще тогда больше увидимся, услышимся, это откуда черпать будем мудрые это самое, советы по Священному Писанию. Вот, как бы, это жалко. Потому что, ну, не знаю, кто бы решился, конечно. А подвиг величайший, кто расскажет о Христе этим людям? Ну, никто не решится вот в этом отношении. Да, подвиг величайший вы взяли на себя. А вы один или с братьями? Как разрешено будет? У меня просится еще один со мной. Ну, помоги, Господи. А кто, Игорь или Алексей, этот, Володя? Нет. Он, вы его увидите, Михаил Кальмаев. А. Из Темиртау, Новокузнецкая, Кемеровской области. Вот. Понятно. Ну, выложите, да, в ролике. Ну, я не знаю, я боюсь. Я молюсь за то, чтобы Господь вас сохранил для нас. Не потому, что это самое, а чисто из-за эгоизма, из-за того, что хочу видеть вас на служении в Церкви Божьей здесь. Я сам это понимаю, но когда молюсь, я пред собой представляю, вот те, которые воюют, этот называемый ИГИЛ. Такая грозная сила идет. И знают только, как бороться с ними, то есть уничтожать, убивать. Но мы же христиане, у нас есть другой способ. Чтобы человек познал Бога, а он не познает. Почему мы так думаем? Ну, да. Иногда обращение будет через год, через другое время. Главное, чтобы семя было посеяно. И живая молитва, и живая молитва должна быть где-то рядом, чтобы они видели. Ну да, да, да. Должна быть молитва, должна быть. Ну, главное, чтобы начали слушать. Потому что здесь не просто так очень. Они... Здесь, вот как в Ханаан, когда вводил Господь Иисуса Навина, истребив всех до последнего колена. Я, конечно, нет, не против. Кто? Младенцев, что они младенцев пятилетних учат убивать, это, конечно, и вот это вот безбожие все, страшное безбожие. Вот, и... Как им это? Только должна быть сила такая, как у вас, сила духа. Помоги, Господи. Потому что ни у кого на земле вряд ли найдется такое вот силище, чтобы пойти и проповедовать. Даже вот пророк Неона, ну помоги, Господи, он убегал, вот был послан в Ниневию, он испугался, потому что безбожные там убьют. А вам помоги, Господи. Вот. Слава Христу. Спаси, Господи, вас, Игнатий Тихонович, за ваше это. Вот, прошу молитв. Сам буду по возможности молиться, если получится. Вот сейчас, пока мы ждем, заказные письма отправлены президенту Путину и патриарху Кириллу. Да видел я все, видел. Как и... отправляли, видел, и вашу речь видел, и там уже на арабском, там я ж слежу в это да, дело. Да, уже пытается установить связь с руководством ИГИЛа. Да, помоги, Господи. Потому что если разрешение будет дано, проходить надо свою границу, Турцию, из Турции только через Грузию. А из Грузии в Турцию, а в Турции должны там их кто-то, чтобы дальше уже вели они, где этот коридор, который для них проход. Так а самолетом сразу в Турцию не получится полететь? Зачем через Грузию там выдумывать-то? Но... Самолеты-то летают в Турции пока еще. Ну, так вот, можно и договориться. Ну, вот. Из Турции, а там уже это самое, если договоренность будет. Там должны договориться, чтобы встречались с их стороны. По-другому никак нельзя.
Да, конечно, нельзя, иначе как террориста, ну, то есть заберут и скажут, что за разбойник лезет там, с какими целями. Ну, я показываю, по всем признакам, я подхожу к этому, это возраст, мое к ним отношение, их отношение ко мне везде мусульман, знание Корана, то, что я не нарушаю ни одного правила их, ни в питании, ни в чем. Это все говорит о том, что ну просто трудно найти другую кандидатуру такую. Ну, решили, Господь. Главное, чтобы укрепил Господь и отверз уши слушающих. Отверз уши. Потому что закончится тем, что как только у кого-то отверзутся уши, то те, которые стоят, самые злодеи, которые не могут уже слышать, не воспринимать, те убьют. Прости, Господи. Да. Те терпеть не будут, у них все. Эти да. Но хоть кому-то как-то посеять Слово Божие. У меня, конечно, такой ни силы нет, ни мужества, ничего такого нет, чтобы, конечно, пойти. Да и ни дара нет такого, и дара нет. Вот, я, конечно, такой. Я насчитывал «Жития святых» 12 томов Дмитрия Ростовского. И мне очень хорошо оно известно. Поэтому, когда мы в деревне регистрировали нашу общину, то назвали ее, попросили, чтобы зарегистрировали в синоде. Община святого Анфима Никомедийского. Анфима. Это единственный епископ, который возвел всю общину. 32 тысячи было человек на небо. Никто не вышел из храма. Всех. Ну, в Рождество язычники сожгли, я знаю. Да, и дальше. А лагерь мы попросили, чтобы зарегистрировали во имя святого Климента Анкирского. Первый был в 302 году, а этот в 312, уже перед самым Константином Великим. Больше его в мировой истории никто не страдал. 29 лет провел в тюрьме, все время мучимый. У него, говорит, не было ни одного участка тела ему принадлежащего, только то, что заново наросло. Спасибо, Господи, дава. Его насаживали на пики, на мечи. Один человек в мире только перенес такие страдания. Поэтому, ну, примеры-то нам оставлены. А уж как Бог даст. Мученик Христов, да. Помоги, Господи. Помоги, Господи, ну, да. Сама по себе попытка уже говорит, что когда придет время, обстановка изменится. Скажет, почему никто этим способом не воспользовался. Мы оставим пример, что пользоваться пытались, но не были допущены. Апостол Павел попытался идти, его Дух Святой не допустил дважды. Ну, или так. Или Дух Святой не допустит, тогда это уже они действительно предназначены для уничтожения. Или потом уже, когда, чтобы не было вообще уже у них, сказать, вот было вам послано два свидетеля, вот, или там, ну неважно сколько, два свидетеля, и вы их не послушали, как вы поступили, и уже все, там уже оправданий не будет никаких. Да. Вот. В этом отношении. Ну, помоги, Господи, рад был вас слышать. Я так, у меня особо-то никаких вопросов нет. Ну, хотелось бы повидаться, как бы не последний раз уже. Ну. Вот. Прошу молитв ваших за грешного Сергия. Вот. Спасибо, Господи. Я тоже всех вас помню. Никиту, Владимира, Сергия, вот. Всех воспоминаю, всех братьев. Володя. И вам помоги Христос тоже. Владимира, да, я его называю Владимир. Ну, это Володя. А вот Никита, вот он, рядом. Он снимает. Я знаю эту всю братью-то, самую основную банду-то. Сергей там, Никита и Володя, это самая основная там организация. Спасибо, Господи. Ну, вот так. Ну что, ладно, простите меня, где чем оскорбил, если потому что... Ничем не оскорбили, прощаю. Если ответ прости. Будет, мне придется срочно вылетать в Москву. Ну вот, меня простите. Простите. Я ничего не имею. Вообще у меня никого нет, кого бы я прощал. У меня вообще за всех молюсь. Сердце ни на кого не держу, ни на врагов, ни на хулителей, ни на кого. Да, и хулители это так, это листва под ногами, она ветер дунул и... Что нам это хулить? Что им делать нечего, молодежь?
им это делать нечего, там, ну, свои там страсти, это пройдет там, и как это, ничего не будет. Ну, правда, этот Виктор уже, как его, Скуратовский, я его видел, он не молодой, я его думал, кто такой, а было это самое... Диспут там, баптисты, один православный священник, раввин сидит, заседает во главе, это ведет передачу, Скуратовский, и там один баптист, два православных, Скуратовский, это православный, обратившийся, и раввин. И он ведет... Я видел это. С одной стороны американский флаг, с другой стороны и израильский флаг, и вот там это сидят братья. Ну, я даже смотреть там чуть-чуть. Скучно и, в общем, не очень интересно. Ну, я увидел, что кто такой Скуратовский, и все, в этом отношении. Ну, уже не молодой, моих лет, может быть, даже постарше, чуть там, год-два, туда-сюда. Вот. Ну, я думаю, что там свои, приведи, Господи, его тоже к покаянию, возьми там, и все. Чтобы Священное Писание возлюбил чистое словесное молоко. Да. И все, вот там. Так, вот такое дело. Ну хорошо, с Богом. Я... Да? У вас еще нет больше? Я люблю вот это, вот у меня много вот священное писание, сейчас очень много хорошо, Киевско-Печерская лавра, и много начитали священного писания. Я включаю аудио, слушаю, и когда там какие переводы бывают по цитаты из Библии, и у меня здесь вот тоже вот на русском Библия, на иврите, на церковнославянском, и я сверяю тексты там, и слушаю, сверяю тексты, работаю так. Вот, ну, такая вот работа. Да. Спасибо. Хорошее дело. Где что? А это говорит, читает, оно хорошая дикция, хорошо читает, вразумительно все, там, ну, вот это как бы. И я слушаю, а сам слежу за текстами, и вот такие вещи потихонечку. Хорошо. Ну, спаси Господи, до свидания. Бога, до свидания. Благодарю, что пришли. Спаси Христос, молитесь. Слава Богу, да. Вот так, скажи.